наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, успехов, счастья! Так, улыбнись. Вот. Радости. И чтобы сегодняшний наш вечер был, ну, хорошим, что ли, хорошим воспоминанием о прошлом годе, который был трудный, но очень интересный. И каким-то был началом, может быть, уже года нового, конечно, он будет новый во всем. И там, если можешь поменьше сделать, нельзя ли надо? Начальный
туда пройдите. Поехали. Раз, два. Thank you.
приглашайте всех гостей. Начинаем.
Теперь пошли к другому дому. А мне можно с вами? Отчего же нельзя? Одевайтесь, наряжайтесь, пошли с нами. Праздником снова!
жизнь еще не видела, не слышала. Мы скажем вам по секрету, у нас тоже есть хор. Ну, мы, правда, еще выше дальше. Перспективные! Ну, просто пойдем все больше на поляну, да в лесу. Какого злого мы же не возьми, не видели. Какого публики замечательные. Там где мы просто мечтали стоим. Может, вы позволите нам в честь наступающего Нового года спеть в вашем прекрасном замке, в вашем чудном замке? Можно? Пусть тянет душа, а может...
устала, в никуда бредет, а мы глядим во след. Вдруг скажет кто-нибудь: постой, ты нужен нам, поверь, позволь остаться нам с тобой, не уходи теперь. Ни дней твоих нам не забыть, ни лиц твоих, ни слов, но еле слышен, долетит в ответ лишь стук шагов. И эхом в тот же самый миг у ледяных окон, как новорожденного крик, возникнет чудный звон. Растопит он на окнах лед, все двери распахнет, и в дом на цыпочках войдет счастливый Новый год. Прошли те дни, когда она в душе хранила образ мой. Любовным клятвам не верна, и в сердце у нее другой. Трик-трак, разбита жизнь моя, и в ней игры остался я. Thank you.
называется «Jingle Bells». Костюм от Кандена. Thank you.
Thank you.
настроя на следующий год, потому что мы говорим какой-то особенный. Мы крыс. Да, крыс у нас есть. Всем здоровья, счастья в новом году. Спасибо большое. Thank you.
Давай, давай.
Thank you.
балу и кого вообще невозможно сегодня рассмешить. Давайте, рассмешите. А вы следите, чтобы они не засмеялись, да, сопровождающие? Вы тоже не можете его рассмешить совсем. Ой, слабаки. Рассмешите получше, Юлия Валентиновна. Не смеши, ты заставляй всех смешить его. Павлик, ты остался последний, держись. Ты должен выдержать. Это ерунда, Павлик, это все чепуха. По сравнению с тем, что я вытворяю на старшем хоре, это такая ерунда, что нас рассмешить таким хором, это может только Лена. Я ее всегда смешил всю жизнь и хотел. А ты, Павлик, держись. Никто тебя не сможет рассмешить. Что вы стоите спиной? Может, это и есть смешно? Ну-ка, покажи свою спину, может, поэтому? Ну, да. Нет, никто Павлика. Кремень, парень! А почему? Еще пары, которые можно было бы, но...
все-таки к условиям конкурса только так. Спасибо большое. Thank you.
Thank you.
и заключительный в первой части последний вальс. Музыка Свиридова, нашего любимого композитора, наш любимый вальс, который мы всегда танцуем. Он, кстати, с нормальными темпами. Не то, что этот Штраус, всегда что-нибудь заметит. Thank you.
Я вам приготовил подарки, а вы все пьете чай, рендели кушаете. Я вас всех приглашаю в зал. Дед Мороз всех приглашает в зал. Ребята, все вместе.
секунду. Пожалуйста, выходите сюда. Мы для вас приготовили подарок. Выходите. Штеллер. Скорейский, был Семен, берите Александра Николаевича. Вам, Георгий. Скорее. Все сюда. Белла, вот, Белла. У меня было уже. Марина Леонидовна. Татьяна Викторовна. Наши новые сотрудники. Наталья Михайловна. Где подарки оставили? Скорее. О, Дед Мороз в большом мешке. О, какие подарки у нас. Никто не будет, потому что они чтобы остались. Даже чтобы остались те, кто не получил. Александр Сергеевич, давайте покажем, какой подарок. Конечно, покажем. Это, сами понимаете, это новогодний. Музыкальный подарок. Музыкальный новогодний шампанское из Молдавии. Еще что-то. Это не только, там еще что-то. И, сами понимаете, Рафаэлло. Так, кому-то еще куда сказать? Вам нет подарков. Всем есть подарки. Всем, пожалуйста. Девочки, получайте. Они уже... Ребята, это наш первый компакт-диск. Мы записывали много, но ни один не вышел. Первый вышел тот, который мы записали последним во Франции. И очень скоро, буквально через 20 дней, руководитель этой фирмы, Йоланта Скура, приезжает в Москву для того, чтобы здесь мы закончили, наверное, в этом зале запись нашего второго компакт-диска. Именно закончили. Вот. После чего он через 2-3-4 месяца выйдет, и снова у нас будут компакт-диски. Пожалуйста, подходите к Дедушке Морозу и разбирайте у него компакт-диски.
Теперь у вас есть все основания, некоторым, у кого еще дома нет проигрывателя специального, потребовать таковой от родителей. Сегодня, по случаю такого большого праздника, этот же компакт-диск мы еще подарим, ну, двум людям. Во-первых, нашей имениннице Светлане Константиновне. Светлана Константиновна. С большим удовлетворением. Играть не на чем. Играть не на чем. Не пнуй, что в школе будешь играть, будешь хранить. А это же не всегда так. В конце концов, сын заработает. Может, ты разбогатеешь. Храни это. Чудные команды. Мит Русиша Кирха Музик. Thank you.